Здравствуйте, уважаемые клиенты интернет-магазина iClone.ua. Сегодня детально рассмотрим смартфоны фирмы Homtom, а именно модели HT5 и HT6. Владельцем бренда является фирма Dudji. Данная линейка будет поставляться с аккумуляторами большого объема. Поставляются они в одинаковых по размеру коробках, разница только в вырезанных внутренних местах хранения. Комплектация, состоящая из зарядки на 2 ампера, кабеля USB и запасной пленки, отличается наличием в старшей модели OTG кабеля. Приятным бонусом в обоих моделях будет чехол типа бампер. Смартфоны имеют разные размеры и дизайн, но в целом проглядывается общий дизайнерский стиль этой линейки. Это эксклюзивное покрытие задней крышки, хотя в меньшей версии оно имеет более характерно выраженную фактуру дерева. Тогда как в большей модели более похоже на металл. Также схоже и расположение элемента управления и разъемов. И в том и в другом девайсе кнопка блокировки и качель громкости расположились на правом торце. Разъем под наушники сверху, а под кабель USB снизу. На задней крышке камера и вспышка, снизу динамик. Хватает и различительных характеристик, например, в старшей версии корпус неразборной, тогда как в младшей крышка снимается. В HT5, в отличие от старшей модели, нет индикатора оповещений над экраном. Но кнопки в расстановке меню домой назад идентичны в обоих смартфонах, и они без подсветки. Оба смартфона имеют HD-экраны, правда у модели HT5 он немного ярче своего старшего брата. Оба девайса работают на относительно свежем Android 5.1 с возможностью обновления прошивки по воздуху. Версия HT6 имеет более обширный набор встроенного функционала, но об этом расскажу уже в индивидуальных обзорах. Камеры по две и в том и в другом аппарате. Это 13-мегапиксельная основная и 5-мегапиксельная фронталка. Камеры оборудованы автофокусом, поддержкой жестов, выбором баланса белого, поиском улыбки и другими полезными функциями. Сами фото получаются достойными и четкими. Процессоры у гаджетов одинаковые, это MT6735P, только оперативной памяти в HT5 1 ГБ, а в HT6 уже 2. Внутренней памяти по 16 ГБ в каждом. Тесты покажу уже в индивидуальных обзорах, а для перехода к ним нажмите на интересующую вас модель. В конце каждого из видео будет возможность перейти на обзор следующей модели. Для тех, кто не включил аннотации в комментариях, есть ссылки на данные обзоры. Михаил Парадедов, увидимся!